Наркотическая угроза реально встала перед нашей страной в начале 90-х годов. Причем наша Тюменская область сразу привлекла к себе внимание международных наркодельцов. Им хотелось использовать регион как перевалочную базу при транспортировке отравы в европейскую часть России на север, в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. На пути этих планов наркобизнесов стали специалисты вашего управления. Здесь собрались профессионалы, способные вести глубокую разведку маршрутов наркотрафика, определять направления работы, наиболее чувствительные для подпольного бизнеса, а также перспективные методы профилактики распространения наркомании. Вы поддерживаете сотрудничество с органами власти и местного самоуправления, находите оперативное взаимодействие со смежными правоохранительными структурами, помогаете мобилизовать на борьбу с этим злом общественные организации. Общими усилиями удается решать непростые проблемы. Например, сокращение дезаморфиновой наркомании стало результатом запрещения безрецептурной продажи кодеиновых препаратов. И вы знаете, сколько это стоило усилий, какие структуры в этом были задействованы, пока были приняты необходимые нормативные документы. И слава Богу, что они были приняты, и мы сегодня видим, что эти принятые решения дают серьезные результаты. Но каждый год приносит свои новые вызовы, ставит новые задачи, появляются новые разработки, соли, курительные смеси. И нужно сказать, что наркотики и их аналоги также могут маскироваться и под безобидные средства бытовой химии. Вот со всем этим злом вам приходится бороться. Профилактика наркомании и борьба с наркотиками, пресечение связанных с этим преступлений, процесс длительный, сложный, кропотливый. Здесь, как говорится, кавалерийским наскоком ничего не решит. Но я уверен, в управлении госнаркоконтроля по Тюменской области работают знающие специалисты, способные справляться с поставленными задачами. Я рад, что в последние годы служба все больше завоевывает доверие земляков. Значит, приоритеты в работе выстроены правильно. От души желаю всем сотрудникам управления настойчивости, терпения, совершенствования профессионального мастерства. Пусть вам хватает на это сил и здоровья. И пусть остается время на семью, близких, друзей. С праздником и спасибо за службу.